Всем привет, ребят, привет тем, кто на стриме сидит, и это просто полный пиздец того, что вы сейчас увидите из того, что делается на Китайке. Почему у вас будет сейчас видосик? Те, кто смотрит на стриме, обязательно прожмут лайки, те, кто не видел, тоже. В общем, это полный пиздец. Вот это вот маленький пиздец того, что делается на Китайке в Новый год. Я надеюсь, это будет на русском сервере. Очень на это надеюсь. В принципе, это надо всем миздонам. Ну, тут помимо акций топовых, как обычно, все как всегда. Все круто. Вопросов нет. Но вот это вот, то, что мы увидели, это просто аут. Это просто полный пиздец. Даже английский сервер отдыхает пока. Хотя, я думаю, на английском тоже такая же хрень будет. Просто смотрим и охуеваем с того, что добавляют. И это... просто охуительные призы, очень много мата, но это реально кайф для бездоната, как там плакали, ныли, там кричали, что бездонатам будет плохо, все просто нереально печально, короче, вот так вот. 5 косамов, 100 яиц, не 2, а 100, 6 косамов, плюс 5 девятых рун, ну, я не знаю, это однозначно... плюс, и я не знаю, я скорее всего думаю, что такое будет и на русском сервере, когда-то там через лет 20, но оно будет, чтобы люди могли там пополнить свои яички и прокачать героя. Ну, в общем, вот так вот. Ну, конечно же, у меня здесь есть, да, хренище. И ради такого просто надо тратить куда-то эти итемы. И сейчас мы посмотрим, сколько всего мы нафармим. 2 коробки за 1000, ну, хрень полная. ЗП-шки, ну, такое... И опять же просто охуеваем. Жмем вот так вот. Ну, скидочку себе выбили. 5 коробок. Ну, в принципе, как вариант для бездоната. Но я бы, наверное, просто тупо жмакал. Даже ради этого копите специально эти монетки. Потому что это аут. Еще 100 яиц. Почему бы и нет? Ребят. Песня просто. 5 косамов для архидемона, для PvP локаций, что надо еще. Так, давайте за донат. 600? Да ну нах. Это просто пиздец. 600 целых. Было 400, стало 600. Заебись. Мне это нравится. Делаем скидочку. Минус 90%. Конечно, мы это все забираем. Спасибо, IGG. Это самые крутые подарки для бездона. Интересно, сколько мы всего натащим. Так, ну это можно за 5к просто забирать. Можно даже просто без скидки вот так вот ходить и тратить самоцвет. И оно того стоит реально. Выживание. 5 косамов. Ну, все как обычно. Все для людей. Так. Ладно, заберем камешки. Вот это китайцы гонят. Просто Unreal какой-то. Ну ладно, я наберу, мне все равно питомцы нужны. Скорее всего, ребят, вот это вот связано все с тем, что будет открыт 40-й левел питомцев. Не знаю, в этой обнове или в следующей. По-любому откроют. Потому что просто так зря они ничего не дают, как и со смотрителями. Нам дали дальше прокачку, так и здесь. Я надеюсь на то, что все-таки выйдут скоро новые пэты. Смотрите, как чудесно. Ну-ка, еще раз за 2. Ну, вообще супер. Минус 70%. 100 яиц, 1500 самов. Я хренею. Осколки, скины, прокачки. Все, что хочешь. Ну, конечно же, вам надо иметь монетки. Поэтому не тратьте их, копите. Сейчас посмотрим, сколько мы натащим ради интереса этих рун. Так. Две сумочки Розалинды за 20. Жирно очень. Так, ну тут можно бахнуть. 4200. Let's go. Минус 70%. Конечно, я это все заберу. Почему бы и нет?
Можно даже и пакт забрать. Так, отлично, посмотрите, как сыпет. Ладно, забираем так, как есть. Ладно, заберем эти 240. Ну, иногда эту скидку невыгодно брать. Просто out. 12, забрать. Забрать. Можно было бы, конечно, это все сделать. А, все, у нас вместимость максимальная. Сейчас мы это все поменяем. Заберем вот эти плюшки. Так, смотрим. Еще одна рунка. 100 яичек. Так, ладно. Ищем просто чисто руны. Можно и сундучку прикупить. Просто жесть. Итак, что у нас получилось? Клоц. Вуаля. 41 руна. Ну, в принципе, это считайте 8. Да, конечно, это много надо было монет. Много всего. 1050 фиолетовых яиц. Они просто не вместятся. Если их открыть, они просто не влезут. Эти яйца. Они будут на складе храниться. 5 рун для архидемона. Пожалуйста. В общем, все сделано для людей. И вот это вот китайка. Почему китайка все-таки один из самых топовых серваков для бездоната. Ну, вы уже дальше сами все решайте. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.